Добрый день, дорогие ребятишки! Мы рады приветствовать вас в нашем зале в этот прекрасный, светлый праздник Рождества Христова! Очень отрадно отметить, что сегодня в нашем зале не хватает мест. Сегодня вас ждет замечательная сказка, рождественская сказка, которая надолго-надолго останется в ваших сердцах. Мы от всей души хотим поздравить вас с этим замечательным праздником, пожелать вам всего самого наилучшего. Самое главное, чтобы ваши семьи, чтобы ваши дети, ваши родители все были здоровы и крепко верили в Бога. Сегодня вас пришел поприветствовать отец Николай. Батюшка, мы просим вас на сцену. Здравствуйте, дорогие односельчане. С праздником вас, с Рождеством Христовым. Я рад, что вас только много собралось в этом клубе. Даже не хватает мест. Сегодня весь мир православный встречает праздник Рождества Христова. Что это за праздник? Сам Господь Бог, который сошел с неба, воплотился через Божию Матерь для того, чтобы спасти человека от духовной погибели. Принес радость всем. Все ангелы небесные ликовали, приветствуя словами славу Вышней Богу и на земле мир, в человецах благоволение. Пастухи, которые находились на поле, и Господь родился в том месте, где скрывался скот от непогоды. Многие ожидали рождения Христа как великого царя, что он должен был родиться якобы где-то в богатой семье. Но Господь избрал путь простой. Те волхвы, которые пришли поздравить младенца, то есть поклониться Господу родившемуся, выведали звезду, которая загорелась на небе, новая звезда на востоке. И принесли ему дары: золото, ладан и смирну. Золото как царю, ладан как священнику и смирну, как бывало у евреев, помазание к погребению. Но царь Ирод, который властвовал в те времена, царствовал, он боялся этого, то, что родившийся царь его сместит. И он боялся за свой трон. И поэтому хотел выведать от волхов, где должен был родиться Спаситель мира. Но научением ангелов, которые явились волхвам во сне, они сказали, чтобы те шли иным путем. Ибо царь, тот Ирод, хочет погубить этого младенца. Но ошибся он. Царство Божие было на небе, но не на земле. И он этого боялся больше всего. И вот, дорогие братья и сестры, тут приготовили вот спектакль к этому празднику, да, который вы вот внимательно посмотрите. Вот. Это вымысел из истории. Это не вымысел, а на самом деле это исторические события. Всех вас еще раз поздравляю с праздником, с Рождеством Христовым. Дай Бог всем здоровья, дай Бог всем духовной радости, которую Господь посылает на нас, грешных. Чтобы мы не болели, не страдали, а всегда были в радости и с Богом.
С Божьим благословением. Спасибо, Господи. Пастухи у стада.
Не бойся принять жену твою, Марию, ибо рожденный в ней есть от Духа Святого. И родит же она сына, и назовет его Иисус, ибо он спасет людей от грехов их. Да, это был не сон. Оставлю тебя я жить, Марию, в доме. Ну вот, со мной пришла жена, родить сегодня ей пришла пора. Просить ночлега нынче просто смех, ведь жены есть у всех и дети есть у всех. Она должна стать матерью вот-вот, устала очень, долгая дорога. Я понимаю, сколько с места сорвано народу, в пещерах, где от непогоды прячутся стада. Тепло и сухо, там то, что людям надо. Одну там скоротайте ночь. О, бедные мои седины, Мария бедная моя, уже ложится вечер на равнины, и непрекаянна семья. Сгустились тени, воздух стынет, но что я? Слабый человек, нет, не забудет Бог о сыне и нам укажет на ночлег. А вот пастушичья пещера, пускай нам даст приют вертеп. Меня не обманула вера, и здесь мы свой приломим хлеб. Сбывались и слова пророка, сходили ангелы с небес, звезда катилась от востока. Всегда. И верно, мир как будто замер, такого не было вчера. И вот бежит по сучу в пламя, давайте греться у костра. Слава!
внешней стороне. Не показалось это мне? Скорей воротимся в пещеру. Я не могу до света ждать, чтобы эту весть, приняв за веру, ее мне в явь не увидать. А стадо, вдруг с ним что случится? Сбирай его, идем скорей, Христу младенцу поклониться, властителю, царю царей!
А я несу совсем иное, благоухающий сосуд. Тут смирно, смирну и алоэ при погребении возлиют. Увы, я знаю наперед, спаситель за людей умрет, но посрамятся ложь и злоба, и он воскреснет ото гроба. Он божество, и оттого несу я ладан для него, ведь ладан жгут во славу Бога, он ароматная смола. Смотрите, кажется, дорога нас в Новый год привела. Звезда не с места, значит, тут пусть наоборот отопрут. Скажешь, о царь, могущественный и богатейший Ир. Принеси-ка вина из властей, а впрочем нет. Вино не возвеселит сердце мое, а сласти не усладят гортани мои. Ибо мысль моя тревожна. Что в городе? Все спокойно, все люди заняты своим делом. Нет ли слухов о бунтовщиках, злоумышленниках против моей власти? Да грянет гром на их голову, ничего такого не слышно. Новости есть? Да вот только вчера к воротам Вифлеема пришли 3 чужеземца. Они просят допустить их перед лицо твое. Чужеземцы? Что же они, богаты? Велика ли свита, сопровождающая их? О, повелитель, при них нет никакой свиты. Стало быть, это бедняки. Как смеют они просить пред лицо мое? О, повелитель, эти люди показывают свое достоинство и... величие. Ну ладно, зови их сюда. Сию минуту, о мой повелитель. Божественный младенец. Царь царей? О да, спаситель мира. От чего же он спасет мир? От греха, который совершили праотцы Адам и Ева. От проклятия, что лежит на всех людях. От ада, которому подвержен сейчас каждый человек. А почему вы назвали спасителя царем царей? Потому что он властелин всей вселенной. Стало быть, он угрожает моему величию. Он может отнять мое царство. Почтенные чужеземцы, а вы уверены, что найдете его? Мы призваны ему поклоняться, значит, найдем. Когда найдете, придите ко мне и скажите, где он. Тогда я пошлю воинов убить его. Ибо я тоже хочу поклониться этому необычному младенцу. Да будет так! Вижу золото! Ладан и Смирну! Вы младенцу готовите в дар, коль на месте его вы найдете нового царя. Я допрошу его, как стать кнутом и пыткой, и огнем. Thank you.
свершилось. Волхвы к пещере подошли, и тут младенца обрели. И мудрецы с чужой земли Христу подарки принесли. Пришли поклониться Богомладенцу. Свершилось! Сбылось! Невозможно говорить об этом, ибо нет слов высказать то, что было. Закончим же путь в молчании! О, братья! Прежде чем возвращаться каждый в свою страну, вы должны зайти в Вифлеем. Об этом нас просил царь Ирод. О да, он тоже хотел поклониться Богомладенцу. Надо помочь ему сподобиться того же счастья, которое несем в сердце мы. Пойдемте же в Вифлеем! Отныне к Ироду, волхвы, не возвращайтесь больше вы! Исполнен злоба и коварство, страшась за власть и свое царство, затеял в тайне он злодей. Убить спасителя людей! О, жестокий и коварный царь! Убить спасителя мира? Да чего же зачерствело его сердце? И куда подевался разум? Земля, возрадуйся отныне!
зажглись на елке яркие огни. Весело встречает праздник детвора и кричат все вместе празднику «Ура!». Пусть славят сердце и уста новорожденного Христа! Курильщики свинят по свежему снежку, в догадуги манят, любят ветвяну хоть по одеяле крутить, как здорово вот так на редких саночках катить. Пуговицы, пуговицы радостно голдят, сон идет во все концы, саночки летят. Новый год, Новый год, в гости к нам идет, весело все вместе мы встретим Новый год. Подружку на санях, и выпал с саней, сугроб свалился с ней. Упавшись как кача в объятия мои, она в сугробе с горяча призналась мне в любви. Сегодня для вас выступали театральная студия «Экспресс», руководитель Бакшеева Вера Георгиевна. Танцевальная группа детско-юношеского центра, руководитель Айшеева Надежда Владимировна. Коллектив детско-юношеского центра под руководством Бакшеевой Веры Георгиевны. Районный дом культуры под руководством Семенова Светланы Сергеевны. Режиссер оформитель Ермолаева Татьяна Петровна. Наши артисты Иосиф Попов Евгений Анатольевич, Мария Куприянова Вероника, Ангел Платоева Елизавета, Ира Украинский Роман, Волхвы Бегулина Карина, Демышева Арина, Ситникова Виталина, Пастухи Лапина Настя, Купылова Люда, Выгорев Валентин, Глашатай Павлов Витя, Хозяин Машанов Денис, Звонари Жиденев Артем, Мудхажеев Рома, ведущие Арефьева Катя, Сапунов Никита. Мы от всей души благодарим родителей наших самых маленьких артистов. Огромное вам спасибо, что вы потратили все зимние каникулы детей и свои личные каникулы на то, чтобы подарить нашим полинским ребятишкам замечательную рождественскую сказку. А самое главное, мы хотим сказать спасибо Вере Георгиевне Бакшееве от себя лично, что она первая отозвалась и пришла на помощь нам, отделу молодежи, чтобы создать эту замечательную сказку. Спасибо, Вера Георгиевна! А сейчас я хочу предоставить слово главе муниципального образования Хоринский район Юрию Серембиловичу Широбдаршееву. Добрый день, дорогие земляки, уважаемый отец Николай, прихожане нашей Свято-Никольской церкви. Сегодня действительно большой праздник. Вот. Только мы встречали Новый год, и сегодня прекрасный, светлый праздник. Я хочу вас поздравить всех с Рождеством Христовым, наступлением Нового года и всех, конечно, с теми прекрасными помыслами, в которыми мы входим в 2018 год. Конечно же, сегодня мы вспоминаем и должны вспомнить и прошедший год, все, что было хорошее, все, что мы делали. И, конечно же,
те планы, которые нам предстоят уже в наступившем этом году, пусть они будут чистыми и светлыми. Пусть в каждом доме горит теплый очаг, горит теплый свет. И, конечно же, тепло и забота ваших близких пусть согревает вас. Сегодня так много в этом зале детей, и это очень прекрасно. Вот, действительно, как сказал отец Николай, это переполненный зал, это много детей, это очень нас радует в этот светлый праздник. Конечно же, хотим поздравить детей. Сегодня каникулы, они отдыхают, очень счастливы. Ну и, конечно же, самое главное для родителей, чтобы они хорошо учились, слушались, ну и выросли, конечно, прекрасными нашими патриотами, хоринцами и патриотами нашей великой России. В этот праздник еще раз хочу пожелать вам, дорогие земляки, крепкого здоровья. Пусть сбудутся все ваши мечты. И, конечно же, побольше дружбы в 2018 году, чтобы дети наши дружили, все знали друг друга, всегда встречались на таких прекрасных праздниках. Всех с праздником, с Рождеством!